Так, это разобрал я. Вот Айтернос на фоно. Рифов Эмеральда на Айленде. Тиамат. Элис Инченч. Фэр Фэктори. Вот. Так, что у нас тут? Аганайз будет. Потом у нас будет что там? Вот сейчас разберем. Ага, найс. Dark Electra. Люблю Dark Electra. Стиль такой жестенький. Вот. Супер. Рекламка какая-то, блин. Ну, тут все идеально. Новенький буклетик. Так, это играет мой PXY WD, Progressive Death Metal. Вот. Вот, отличный, супер-пупер. Доволен я. И главное, чтобы все играло. Вот. Agonize. Dark Electra. Так, еще Agonize один. Ой, супер. Тоже супер альбомчик. Ну, тут простое, да, оформление. Разворотики, все. Да? Ну да. God Model тоже, блин, Dark Electra. А, на Айленде. Класс. Новенький. Пахнет, как девственница. Фиалкови. Так, с цветочками. Супер. Супер-пупер. О, Хайсика, это вообще супер-пупер. Это самый первый альбом. На Айленде вышел он.
Ну, это он, конечно, на фильме вышел, но на Аленде тоже. Все тут отлично с ним, все идеально. Диск идеален. Я с ним супер-пупер. О, конечно, мне больше 2010 нравится, но этот тоже в коллекцию пойдет. Тоже классный альбомчик. Правда, это 99-й год, а тут 2010-й. Супер-пупер. Супер-пупер. Вот, Хасика. Так, и теперь вот сольный проект из Хасика. Rabia Sorda. Вот, тоже. На Айвенде тоже вышел. Тоже диск вышел на Айвенде. Ой, все идеально. Все супер-пупер. Уже буклетик, все нормально с ним. Ну что, Тесла что ли, кто это? Да нет, вряд ли Тесла, да. Это, наверное, сам этот. Ну, да. Видели Хасика, сольный проект вокалиста Хасика Хасико. О, и Suicide Commander, Axis of Evil, ось зла. Что это, союз, что ли, наверное? Да, кстати, это логотип Торнапарт, мой проект. Так. Ну что, все с ними отлично, все идеально. Буклетик тоже, сейчас буклетик проверим, тоже буклетик идеально, все новенькое, рекомендую покупать у FMS. Вот, супер-пупер, класс. Вот, Suicide Commander. Вот. Вот. Что мы маем? Много чего маем. Все не поместится, наверное. Вдруг 11 штук. О! Вот коллекция.
11 штук. Все, пока-пока всем.